Кадыржан Салимов приехал из Житогоринского района. Как делится юноша, любовь к лошадям у него с детства. Кадыржан в областных конных скачках участвует впервые. Несмотря на волнение, он вместе с верным спутником показали отличный результат. Лошадь по кличке Неймс Валаман Байгени подвела наездника и прискакала на финишную прямую первой. Мою лошадь зовут Немо. Она очень умная и послушная. Я вот приехал в этот поселок, чтобы участвовать на скачках. Вот, я надеялся на нее, что она возьмет первое место, она взяла. У меня есть дедушка, он занимается тоже лошадьми. Вот, я его на лошадей обижаю тоже. А в другом виде соревнования Кунан-Байге соревновались 12 наездников Кустанайской области. Все они приехали с одной целью – стать лучшими. Дистанцию первым преодолел скакун из Карабалыкского района по кличке Белизна. За свою победу наездник Белизны получил из рук акима Кустанайского района денежный приз 150 тысяч тенге. Ей 2 года, это ее, наверное, только третья скачка. Первую скачку она выиграла, вторую она тут же скакала, но приехала пятой. В этот раз вот выиграла. Это первая моя победа. Я из Карабалыка. Занимаюсь я уже 2 года. Участвовали в конных скачках и иностранные гости. Свою удачу попытать приехали наездники из Башкортостана. Были здесь и именитые лошади области, которые известны за пределами региона. На ипподроме Аргымак разгорались настоящие страсти. Наездники со скакунами на различных дистанциях превосходили друг друга. Все приехали с достойными скакунами. Это английская чистокровная порода, кустанайская порода, англо-арабской породы, англо-российской породы. В общем, соревнования будут проходить на высоком уровне. Такое масштабное конное соревнование, как отметили организаторы, в Кустанайском районе проходит первый раз. Общий призовой фонд для победителей составил 1 000 000 тенге. Отметили денежными призами и обладатели 2-го и 3-го места. Алексей Кудрявцев, Динара Абдирова, РТН.